У нас супер новости из Лондона. Мы получили золотую награду на Penta Awards за упаковку для пиццы. В конце ролика будет важная информация для начинающих дизайнеров и для тех, кто хочет оказаться в числе победителей. Но обо всем сейчас расскажу подробнее. Погнали! Всем привет! С вами дизайнер Леша Лимонов. Мы Женя Высота и W-Design Bureau получили золотую награду за упаковку для пиццы в категории Food. Это уже четвертая наша награда за этот проект. Мы очень рады быть в числе победителей, находиться рядом с известными дизайн-студиями, мировыми агентствами, профессионалами в области дизайна. Коротко расскажу про идею этого проекта. Easy Peasy — это бренд по доставке пиццы Gelato от известной сети кофеин «Шоколадница». Главной фишкой продукта стала миксология разнообразных вкусов. Сладкого, соленого, кислого, горького, ну и пусть будет умами. Поэтому при разработке айдентики мы использовали визуальный прием противопоставления, чтобы точнее передать идею и особенность бренда. В фирменном узоре, например, можно увидеть кусочек пиццы с апельсином, шарики мороженого с томатом, плавленый сыр и сладкий крем, клубнику и салями. Логотип «Стадион» напоминает характерную продолговатую форму пиццы и читается с любой стороны, как ни крути. Руки шеф-повара добавляют специи, делая эмблему еще более пикантной. Упаковка для пиццы – это один из важнейших каналов коммуникации бренда, который связывает продукт с покупателем. Поэтому было важно сделать упаковку для пиццы максимально привлекательной и сочной. Мы разработали два варианта коробок. Яркая черная для повседневного использования и белая для особенных случаев и праздников. Фирменный стиль дополняют приятные детали, которые представлены в виде различных наклеек, открыток и других элементов стиля. Вы все знаете премию «Оскар» и «Каннские львы», а Penta Awards — это такой же глобальный фестиваль, но в сфере дизайна упаковки. Этот международный конкурс был основан в 2007 году и каждый год проходит в разных городах мира. В этом году он прошел в Лондоне. Цель фестиваля — прийти к единогласному решению, какой дизайн упаковки будет иметь поистине универсальную привлекательность и должен быть отмечен международной наградой. Что собой представляет награда? Награда в этом конкурсе — это не денежный приз, а признание твоих профессиональных навыков. Выражена она в этой статуэтке. Пентагон? Не, это другой. Является официальным символом Penta Awards по нескольким причинам. Треугольник — это форма исторического центра города Брюсселя, где был основан фестиваль. Пентаграмма — это древний символ красоты. Конкурс имеет 5 различных уровней наград, а у людей есть 5 основных чувств, из которых черпается вдохновение. Международное жюри фестиваля представляют люди самого высокого класса в профессиональной сфере дизайна упаковки. В него входят эксперты из Microsoft, Stranger & Stranger, Coty, WWF, Puma, Walt Disney и другие. Каждый год они выбирают лучших в мире в этой области. Цель — изучить и выявить тенденции, которые формируют будущее индустрии упаковки и дизайна, определить ведущих игроков на этой арене и отметить их наградой за вклад в этой сфере. Какие еще награды мы получили за этот дизайн? 2 золота в международном конкурсе World Brand Design Society Awards 2023, тоже в Лондоне. Одно в категории дизайн упаковки, второе золото за фирменный стиль проекта. Также мы получили бронзовую награду Deline Awards. Это международный конкурс упаковки, в этом году он проходил в Нэшвилле, США. Проект Easy вошел в топ-100 лучших упаковок 2022 года по версии ресурса Packaging of the World. О, кстати, обращайтесь к нам по вопросам дизайна упаковки и не только. Поможем вашему бизнесу выделиться среди конкурентов и привлечь больше внимания к вашему продукту. Все ссылки на победителей Penta Awards, на наш проект Easy и на наши соцсети в описании под роликом. Ваши подписки и лайки будут лучшим поздравлением для нас. А теперь блог для начинающих дизайнеров. Если вы хотите создавать яркую сексуальную упаковку, если вы мечтаете поучаствовать в каком-либо международном конкурсе по дизайну упаковки и не только, но не знаете как, то вам точно с этими вопросами можно обратиться ко мне. Помогу. В конце января 2024 года можно будет записаться ко мне на курс. Один из блоков — это будет точно курс по упаковке с практическими заданиями и работа со мной индивидуально. Немного мотивации. Мы будем с вами разрабатывать упаковку для реального бренда. И, возможно, ваша упаковка появится на полках.
А для тех, кто хочет или мечтает поучаствовать в конкурсе, но не знает как, будет отдельный блок сопровождения, в котором я расскажу, как правильно подавать работу на конкурс, какие номинации лучше всего выбрать, помогу определить потенциал вашего проекта для участия в международном конкурсе по дизайну. В описании под видео вы можете оставить свою заявку и написать мне письмо с пометкой «Хочу сделать классную упаковку для записи на обучение», либо письмо для блока сопровождения с пометкой «Хочу победить в конкурсе». Это поможет мне сформировать эффективную программу для вас. Всю информацию вы найдете в описании под роликом. Вот и все! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам наш проект пиццы, понравилась ли упаковка вам или нет. Можете, кстати, поддержать меня на Boosty, оставить любой донат, который вы захотите. Ссылка, как это сделать, в описании. Буду очень вам признателен и благодарен. Спасибо за просмотр. Да пребудет с вами дизайн.